Привет-привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего расклада, что происходит в его жизни прямо сейчас. Вчера дали ему отдохнуть немножечко, а сегодня опять посмотрим эту информацию на колоде Таро Безумной Луны. Визуализируйте вашего партнера. И будем делать этот расклад. Те, кто постоянно смотрит, знают, что мы смотрим несколько позиций для того, чтобы понять, какие энергии сейчас окружают вашего мужчину, что происходит в его жизни, какие мысли о вас, какие чувства к вам, что мужчина скрывает, что его волнует. Вот эти все моменты сейчас мы посмотрим на замечательной колоде Таро Безумной Луны. И напоминаю, что по вопросам обучения обращайтесь, пожалуйста, на WhatsApp. Пишите большими буквами смс-очку обучения. Я с вами свяжусь, расскажу о моем обучающем курсе. И благодарю вас традиционно, мои дорогие, за поддержку моего канала, за лайки, комментарии, донаты, спонсирование моего канала. Огромное вам спасибо, низкий вам поклон, дай Бог вам миллион раз больше. Так есть и так будет. Итак, я надеюсь, вы уже визуализировали вашего партнера, надумали, на кого будете смотреть этот расклад, и сейчас будем смотреть. Какая-то конфликтная энергетика. Может сейчас бороться за какие-то права, кому-то что-то доказывать, вступать в какие-то конфликты, не всегда мудро себя вести, какие-то делать такие вот, знаете, поступки на эмоциях и чаще не на самых позитивных. То есть вспылить, что-то сделать сгоряча, с кем-то поссориться. Вот такие моменты сейчас могут запросто в его жизни присутствовать. Он сам может себя чувствовать как раз по этому рыцарю мечей. Также, конечно, у него может быть какая-то ситуация стычек, конфликтов с каким-то другим мужчиной. И нам показывают рыцаря мечей опять-таки. То есть он как сам может проявлять эти энергии, так и в сторону вашего партнера могут проявлять другие люди такие же энергии. По этому аркану часто человек чего-то хочет, очень сильно что-то хочет добиться, но делает глупые, необдуманные шаги, и это все может портить в итоге. Потому что рыцарь мечей, он может добиваться успеха, но его методы, они настолько вообще порой неприемлемы, что далеко не всегда приводят к нужному результату. Теперь давайте посмотрим, какие энергии сейчас отыгрываются в жизни вашего мужчины. Что окружает сейчас его? Угу. Что происходит сейчас в его жизни? А знаете, тут очень для многих из зрителей, кто сейчас смотрит этот расклад, отыграется мужчина семейный, во-первых, либо мужчина, у которого, в принципе, есть какие-то родственники. Скорее всего, потому что выпал семейный аркан, у него сейчас какие-то распри, какие-то непонятки, какие-то споры с кем-то, вообще, в принципе, в семье. Я не скажу, что именно с кем-то, но здесь опять у нас выходит мужчина, в жизни которого присутствуют две женщины. Одна из них, позавчера, по-моему, у нас шел расклад, когда там выходила императрица и королева кубков. В сегодняшнем раскладе нам показывают, что, во-первых, у этого мужчины сейчас есть некие тайны, о которых вы, скорее всего, не знаете, ему есть что скрывать, грубо говоря. А во-вторых, в его жизни присутствуют опять-таки две женщины. Одна из них женщина тайная, которую он, возможно, скрывает от общества, либо о которой не знаете вы. Для вас это является загадкой. И вторая женщина, императрица, которая в его жизни, ну, можно сказать, явная, да? И он здесь как бы между двух огней, во-первых, а во-вторых, тяга у мужчины здесь есть и к этой женщине, и к этой женщине. Давайте спросим, здесь о чувствах идет, либо тут же тоже может быть мама, допустим, да, и вы. Давайте спросим с этой женщиной, что его связывает. С этой женщиной что? С этой женщиной что? А, девочки мои дорогие, тайная женщина, та, о которой сейчас идет речь, да, их могут связывать какие-то материальные дела, во-первых, а во-вторых, с этой тайной женщиной он сейчас находится в периоде кризиса.
То есть отношения сейчас у него кризисные с этой женщиной. И как таковых я даже не могу, мне не показали аркан чувств. Возможно, здесь его связывают и отношения чувственные какие-то с ней. Но сейчас с этой женщиной он находится в кризисе. Кроме этого, с этой женщиной у него могут отыгрываться какие-то моменты по финансам. Так себе, не очень. Может быть, между ними что-то финансово произошло. Может быть, кто-то кому-то там должен, либо еще что-то. Но то, что здесь он находится в принципе с ней в неком кризисе, их отношения находятся в кризисе. Это да. А с этой женщиной его связывает двойка кубков. С императрицей у него отношения. С императрицей у него партнерские отношения и даже любовные отношения. В общем, смотрите, как это относится к вашей ситуации. Я вам только лишь транслирую то, что мне показывают. И здесь мужчина, во-первых, мало того, что как бы между двух огней, да, находится, а во-вторых, здесь и ситуация кто кого, как говорится, для него в его сердце. Эта женщина или эта женщина? Ну вот сейчас он находится в таких противоборствах. И здесь нам это прям дальше показывают, что мужчина, скорее всего, никак не действует, никаких решений не принимает. Кроме этого, в семье могут происходить, в семье, семья, я уже сказала, это либо жена, его семья и дети, к примеру, либо это его мама, папа, родственники какие-то. В семье происходят не самые лучшие сейчас события. Кто-то с кем-то в какой-то конкурентной борьбе участвует, кто-то с кем-то, может быть, даже. Тут не то чтобы ссора, а, как знаете, кто-то кому-то что-то пытается доказать. За что-то они борются. Какое-то вот такое перетягивание каната здесь происходит. Вот такие энергии сегодня. Очень интересно. Но нам показывают энергии такие. И что касается этих женщин, я вам могу сказать, что эти женщины обе ему дороги, потому что аркан сила между ними вышел. И здесь вот такой момент. Дальше двойка жезлов пошла. То есть и та женщина имеет значение, и эта женщина имеет значение. И что-то между ними сейчас вот в плане таком происходит. Так, давайте посмотрим мысли о вас. Мысли о вас у этого мужчины. Есть ли и какого плана эти мысли? У вас с ним затянувшаяся ситуация некого. Вы тут друг другу нужны. Понимаете мысли о чем? Он понимает о том, что вы с ним друг другу нужны. Вы с ним даете друг другу что-то очень важное. Кстати, если тут материальный вопрос, да, если тут что-то о материальных вещах, то я бы на вашем месте материально в эти отношения не вкладывалась бы. Вижу по этой энергетике. Здесь пятерка какая-то пентаклей вышла. И здесь, ну, в общем, есть некие моменты такие. Я знаю, что очень многие девочки пишут: я денег даю, я там поддерживаю. Не нужно этого делать. Вообще не нужно никогда этого делать. Тем более только в крайних случаях и только если вы уже действительно с ним там пара, да, к примеру. Это я так вскользь говорю, мне это не показывают, просто как комментарий. Если вдруг у вас есть вложение, ваши отношения чисто материального порядка, и либо ему вложение, не делайте этого. У него мысли о пентаклях, конечно, здесь есть, но знаете, здесь все говорит о том, что есть ситуация затянувшегося какого-то у вас противостояния или конфликта. И он об этом сейчас думает. Несмотря на то, что вы друг другу нужны, вы друг другу даете какие-то очень важные аспекты, очень важные вещи в жизни, тем не менее, что-то между вами не совсем позитивно. Что именно? Что именно? А тут двойка пентаклей вышла. Здесь мужчина не определившийся. Здесь мужчина манипулятор, жонглер. Здесь мужчина может пытаться на двух стульях усидеть. Банально звучит, но это действительно так. Вот она, двойка пентаклей. Почему происходит здесь вот такой конфликтный момент? Потому что здесь кто-то не определяется. А кто? Мы смотрим на вашего мужчину. В чем-то он здесь вами манипулирует, что-то он пытается себе выгадать, не действуя при этом. И из-за этого как раз у него об этом мысли. Он понимает, что ему определиться нужно. Здесь какое-то решение ему нужно в отношении вас принять. Но он пока его не принимает. По двойке пентаклей я здесь не вижу никаких действий, принятия решения. Наоборот, он в этом же аркане остается пока. Но мы в этом раскладе смотрим вчера, сегодня, завтра. Мы далеко не заглядываем, естественно. Я никогда этого не делаю в картах Таро, потому что наше будущее знает только Господь Бог. А мы можем делать расклады на ситуации для того, чтобы прояснить для себя какие-то важные моменты. Чувство мужчины к вам. Чувство этого мужчины к вам. Ну, рассказывайте, что? О, десятка. Ну, тут просто вот девяносто. Ой, девочки, чувства здесь есть.
У этого мужчины чувства есть, но у вас есть и очень сложные вещи в плане. Смотрите, десятка мечей, финита ля комедия, расставание, по сути, башня, башня. Здесь у 90, наверное, процентов зрителей, либо вы сейчас с ним в расставании, причем расставание тяжелое случилось, вы остались оба с разбитым сердцем, либо у вас это расставание уже случилось, либо, ну, как бы, знаете, бывает, что вот оно витает в воздухе, еще один шаг и все, и вот она пропасть. Вот такое тоже может быть. Либо эта ситуация расставания, она у вас была в каком-то прошлом недалеком, и тут у мужчины еще очень сильные отголоски этого в его сердце. И вообще, вот ваше расставание, знаете, что если вы с ним расстались, либо было расставание, даже если вы сейчас уже помирились, мужчина очень сильно переживает это, и переживал, и переживает. Ему не все равно, здесь мужчина находится в состоянии разбитого сердца, аркана, тройка мечей. Но чувство у него есть, потому что вышел рыцарь кубков. Среди всего вот этого бардака, который мне показали, и сложных энергий, смотрите, десятка мечей. Башня, аркан башня, крушение, крушение надежд, крушение отношений, крушение, ну вот чего-то разрушение. Аркан, да, тройка мечей. И все-таки здесь рыцарь кубка в основе, все-таки ядро, так сказать, всего этого зерна, то, что мужчина к вам чувство испытывает. Но если между вами произошла ситуация расставания, она очень многих здесь произошла. Здесь мужчина реально страдает, даже я вам могу сказать, из-за этого. Хорошо, давайте спросим. Да, кстати, если у вас это не произошло, если не было, тут тоже такое может быть, общий же расклад у нас. Если расставания не было, то значит, он испытывает к вам чувства, и ваше расставание, если вдруг оно случится, и когда он об этом думает, его ввергает в аркан тройка мечей. То есть он этого боится панически, он понимает, что он будет страдать, что это разобьет ему сердце. Так, теперь давайте спросим, что скрывает сегодня этот мужчина от вас? Что скрывает он? Что сегодня скрывает? Есть ли что скрывать? За что-то борется, через какие-то, видите, такие джунгли идет, пробирается, ему нужно выбраться отсюда. Есть какие-то препятствия, есть какие-то заботы, есть какие-то переживания, есть проблемы, трудности, которые он сейчас преодолевает. И он это почему-то от вас скрывает. Ну, наверное, есть для этого причина у него. Что этого мужчину волнует, кроме вас? Если вас не брать, что волнует его? Деньги его волнуют. Его сейчас очень волнует материальный вопрос. Помимо вас, и я вижу, что очень много вообще вышло пентакливых арканов, что-то с его материальным миром сейчас происходит. Либо куш ему какой-то хочется срубить прям конкретно, либо в принципе нам показывают, что это касается его материальных дел, его материального мира. Сейчас у него какие-то глобальные такие вот вещи, связанные с материальным миром. Его волнует, кроме вас, что его волнует? Вот он, царь Кощей, дракон над златом чахнет. Вот это его и волнует. Какие-то новые шансы на именно материальное, улучшение материального положения. Вот это его волнует. Так, теперь спрашиваем, всегда говорю, если нет соперницы, не уверены на 100%, перекручиваем этот момент, эту карту, не смотрим, не надо себя накручивать, заниматься глупостями. Это для тех, у кого точно есть соперница, вы прям уверены в этом, что она есть. Что у него с соперницей на сегодняшний момент? Ну, она тут его хочет порезать на кусочки, пожарить и съесть. Я шучу, конечно, но видите, какая она здесь кровожадная. Здесь королева мечей не просто умная женщина, холодная, трезвомыслящая такая, знаете, а она еще и с мечами, с двумя. И с этого меча капает кровь, обратите внимание. Скорее всего, она его сегодня ему что-то устроила по этому аркану, вот такую резню. Ранила однозначно. Эта женщина сегодня его каким-то образом ранила. И кровушка его закапала с ее меча. Вот так. Так что что-то у них там такое произошло. А если ваш мужчина живет отдельно от вас, какова энергетика у него сейчас дома? Тут неважно, он один живет, либо с кем-то, в принципе. Какая энергетика сейчас у него дома? Как он там себя сейчас чувствует? А вы знаете, более или менее все ровненько, нормально. Тут у него какие-то новые планы есть, чему-то хочет, может быть, обучаться, либо что-то, ну, какой-то вот новый путь в чем-то начать, в чем-то, ну, что-то понимать, что какие-то перемены ему нужны. И, в принципе, он здесь действует даже, в общем-то, для того, чтобы эти перемены в его жизни состоялись. Поэтому, может быть, какой-то
Ну, вы знаете, по пажу жезлов бывает известие какое-то он мог получить. Может быть, издалека, может быть, какое-то, которое его порадовало, нужно ему по карьере, по работе, вот что-то такое. Если есть дети, то он мог сегодня провести время с детьми. В том случае, если есть дети. Так, теперь будем спрашивать, что он хочет вам сказать, но молчит об этом. Вот он хочет, порывается вам сказать, но почему-то молчит. О чем он хочет вам сказать? Ну вот о том, что он за вами следит, вас не упускает из виду, о том, что он ревнует, о том, что он злится на вас, может даже. Но то, что следит, здесь слежка устроена конкретная. Посмотрите, здесь чувачок такой у нас интересный, да? И он прям следит за вами день и ночь, он собирает информацию какую-то о вас, то есть он не выпускает вас из своего вида. Это, во-первых. Во-вторых, этот аркан говорит как раз о неких моментах внутреннего конфликта какого-то. Что-то его не устраивает. Какой-то червячок в душе есть. Может злиться, может вообще конкретно зол быть на вас, ревновать, в чем-то подозревать. Здесь очень такой подозрительный тип у нас. Но он тоже с мечом со своим. Типа, будешь плохо себя вести, накажу, а-та-та. Вот, так что вот так вот. Так, давайте теперь спросим, если вы сейчас в расставании, стоит ли вообще от него ждать каких-то действий в ближайшее время? Давайте так будем спрашивать. Если вы сейчас в расставании, либо непонятки какие-то. Ну, тот мужчина ожидает, что вы как-то его на трон, на пьедестал, так сказать, водрузите, помолитесь на него, ножки поцелуете и скажете: «Мой дорогой, мой любимый, победитель моего сердца, владыка моих мыслей, чувств, я была не права, давай мириться, потому что я была не права, а ты всегда и во всем прав». Здесь мужчина чувствует себя уверенно в этом плане. Но действия здесь должны быть с его стороны. Но имейте в виду, что для мужчины очень важно ощущать себя именно на коне. То есть как-то унижаться перед вами, в чем-то просить о чем-то вас, тут он не будет. Он даже если и появится, то с очень таким подчеркнутым чувством и ощущением собственного достоинства. Стоит ли вам делать первый шаг, если вы сейчас с ним в расставании? Стоит ли вам первое написать, позвонить, допустим? Ничего не стоит здесь, потому что за вас все решает здесь ангелы, судьба, высшие силы. Вот все как будет по их велению, так сказать, как они решат, так все и случится. Поэтому я не могу по этому аркану сказать, что вам нужно здесь действовать. Здесь все будет так, как решат небеса. Просто ожидайте этого момента, ведите себя мудро и увидите результат. А теперь давайте посмотрим, в принципе, как вам лучше сейчас себя вести с этим мужчиной с точки зрения карт Таро. Маг. Ну вот маг вам показывает, уважайте в первую очередь себя. Где-то в чем-то будьте тоже манипулятором. Знаю, что манипулировать нехорошо, но некоторые манипуляции, знаете, какие, с точки зрения защиты своего энергетического пространства. Потому что если мужчина вами манипулирует, допустим, по аркану маг, вы же должны как-то защищаться от этого. Соответственно, платите той же монетой, да? Вообще чувствуйте себя уверенно. Очень уверена. Не нужно здесь раскисать, не нужно здесь, даже если вы с ним расстались, поссорились, что-то такое между вами произошло, не нужно здесь раскисать. Себя собирайте в кулак, в свою волю в кулак, и показывайте ему всем своим видом, что у вас все прекрасно, у вас все хорошо. Аркан маг, он манипулирует вами, вы зеркалите его. Он что-то вам как-то там сказал, вам понравилось, не понравилось, неважно. Да, отзеркальте его и посмотрите потом, каков будет результат. Это аркан человека очень мудрого. Это аркан человека, который любую ситуацию может под себя, так сказать, вывернуть и в свою пользу ее оформить. Но есть у вас чувство к этому мужчине? Есть, потому что дно колоды напоследок у нас вышел аркан кубков. Мало того, что у вас есть, и вы для него все-таки королева кубков. Он вас содержит в своем сердце как женщину любимую. Вот такой получился расклад сегодня. Спасибо вам большое за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую крепко, нежно, очень люблю, желаю всем счастья, любви, гармонии, столько надежных и преданных партнеров и, конечно, защиты и покровительства высших сил. Всего вам доброго, мои дорогие. До следующего расклада.